Блядь, Фантомас! Бля, ты опять набухался? Вставай, участник уже здесь! Бля, погнали быстрее! Вон, бля, побежали! Это 5-й сезон, 3-я серия. Фантомас начинает поднимать планочку. Сегодня у нас новый участник. Сейчас мы его представим. Заходи. Будем. Здорово. Диктофон. Это квест Фантомаса. Всем привет, с вами я. Кто ты? Артур Джан Лоховский. Лоховский, Артур Джан. Сегодня тебе предстоит найти немного денег. Ты готов? Немножечко? Это сколько? Сколько мне предстоит денежный найти? Денежный приз составляет сегодня 300 рублей. О, господи. Да, я согласен. Я хочу. Условия квеста Фантомаса, как всегда, одинаковые. Я присылаю тебе 3 свои фотки, и ты говоришь, на какую поставишь лайк. Согласен. Работаем. На все у тебя есть 5 минут и 2 подсказки. Там пожар. Ты готов? Да. Мы начинаем. Какие странные фотографии. Че, может, подсказочку? Подсказочка. Звонок другу? Пошли за мной. Вот ты и разгадал все загадки Фантомаса. 5-й сезон, 3-я серия. Осталась последняя загадка. Ты готов к ней? I'm ready. Тебе нужно покрутиться 3 раза. Присесть 9 раз. И хлопнуть в ладоши в прыжке. Вы все это видели. Он справился со всеми загадками Фантомаса. А значит, он получает свой приз. Твой приз. Я надеюсь, ты их потратишь в нужное место, в нужное время. Квест Фантомаса, 5-й сезон, 3-я серия. Увидимся. Итак, друзья, это был квест Фантомаса. Кому понравилось, пишите комментарии. Если хотите принять участие, пишите комментарии. И еще не забудьте написать комментарии. До встречи в новом сезоне. Всем пока. Что такое? Участник уже здесь, да ты почему спишь? Поехали, снимаем, ебать. Там, блядь, 2 автобуса. Блядь, еще подержи, а там 2 автобуса. Там 2 автобуса. Вот я и нашел это место. Почему 2 автобуса, блядь? Я не знаю. 5-й сезон, 3-я серия. Поехали. Хлопни в ладоши. И едет человек на велосипеде.